вами на стенде одной из тайваньских компаний. Очень часто на нашем рынке можно услышать, что данную камеру делает один производитель. Нет, я видел ее у другого производителя. На самом деле это происходит зачастую просто из-за идентичных корпусов. Данная компания известна достаточно широко, но на рынке именно поставщиков. Это компания Масло. Вы можете увидеть на их стенде достаточно большое количество различных моделей корпусов, в которых собираются абсолютно разные камеры. Поэтому если когда-нибудь на российском рынке вы увидите две камеры в одинаковом корпусе, это абсолютно не значит, что камеры действительно идентичны. У них просто может быть корпус одного производителя.